большое, коллеги. Еще раз добрый у кого-то утро, у кого-то день, у кого-то вечер. Я из Уфы, у нас пока день к вечеру, но и на улице очень холодно, прям бежала к вам, щеки красные. Надеюсь, не очень видно, что я красная. Значит, представлюсь давайте еще раз. Тулетбаева Галина Фанилевна, я кандидат психологических наук, доцент и заведующая кафедрой психологического сопровождения клинической психологии Уфимского университета науки и технологий. Нашему университету ровно год, хотя это год в связи с тем, что нас объединили два университета, и мы теперь называемся вот так вот. Значит, у нас сегодня с вами тема «Нарушение поведения у детей. Причины, факторы и коррекция». Если вы меня видите и слышите, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, что вы ожидаете от вот этого вебинара, о чем вам говорит вот эта вот тема, что вы хотите услышать. Я просто хочу наперед посмотреть, что вы предполагаете, для того, чтобы либо сейчас вас разочаровать, либо, наоборот, вас обрадовать. Не хочется давать вам что-то из учебников, из книжек, из каких-то факторов, которые уже до боли известны. Я их давать скорее не буду. Все это вы знаете. Я говорю про агрессивность, я говорю про демонстративное поведение, про напряженность и так далее. Поскольку я не только доцент, который преподает, не только заведующий кафедрой по официальной должности, но еще и практикующий психолог и нейропсихолог. Поэтому я вам, наверное, дам с чем чаще всего обращаются. И родители, и дети в том числе. Почему говорю дети? Потому что, видимо, психологическая помощь стала настолько популярной, что уже дети где-то с 8-9 лет начинают у родителей проситься к психологу. То есть буквально говорить: найди мне психолога, буду ходить на консультации. Вот. Мы с вами обсудим, с какими проблемами приходят чаще всего. Да? Начнем с причин. А дальше я объясню, почему именно вот так. Но мотивы или причины нарушенного поведения на самом деле очень многочисленны. В литературе вы найдете, чего только не найдете. Там есть на самом деле все. Но еще раз хочу обратить ваше внимание на то, с чем обращаются чаще всего. Да, по каким причинам обращаются чаще всего к психологу, и в консультировании, и к нейропсихологу. Потому что нейропсихолог с нарушенным поведением тоже работает. Значит, с моей позиции, с моей точки зрения, чаще всего приходят в связи с избеганием неудачи. Да, это детки, которые говорят: не буду пытаться ничего делать, все равно ничего не получится. Я вот дома буду сидеть, в телефоне, в телевизоре, неважно где, и ничего делать не буду и пытаться не буду. Почему тема актуальна? Все чаще и чаще, где-то вот возрастной период с 9, с 10 до 17 дети приходят, подростки. Да? Вот именно с этой проблемой. И родители этих подростков обращаются именно с этой проблемой. Не хочу ничего делать, не буду ничего делать, у меня все равно ничего не получится. Мы сейчас посмотрим в теории и потом посмотрим, как это не только в теории, да, но что делать. Не буду давать прям коррекционный маршрут, потому что это достаточно сложная деятельность, тут одним словом не объяснишь, но я вас хотя бы скоординирую. Ничего нового не скажу, что мотивы нарушенного поведения еще кроются и в типе семейного воспитания, в семейном неблагополучии в том числе. Но мы не будем с вами говорить про семьи там, демократические, авторитарные и так далее. Это вы все знаете, это в многочисленных учебниках есть. Я вас обращу, ваше внимание обращу немножко на другое в семейном воспитании. Сейчас поговорим попозже, что конкретно. И посмотрим изменения головного мозга. Нейропсихологи говорят, недоразвитие какого-то участка, да, или выпадение какого-то участка. Какие могут быть нарушения поведения вот у деток, у которых проблемы с строением, с недоразвитием головного мозга. Начнем мы с избегания неудачи. Не хочу ничего делать, не буду ничего пытаться.
в принципе, мне это не интересно, говорит ребенок, да. Это тоже нарушение поведения. Оно для психологии на самом деле не ново. А просто, видимо, сейчас время такое, да, пик вот этих вот деток, которые ничего не хотят делать, потому что, может быть, не видят результат. Концепция не новая, просто обращу на вас, ваше внимание на нее и попытаюсь объяснить вот в современном реалии, как это происходит. Значит, я говорю про концепцию выученной беспомощности. Автором этой концепции является Мартин Селигман. И сразу на слайде вы увидите, что такое выученная беспомощность. С позиции Селигмана выученная беспомощность, вдумайтесь в термин, чувство отсутствия сопряженности результата и действия в целенаправленной деятельности. Это о том, что я что-то много раз делал, что-то пытался сделать, но результат не получил. И поэтому, как удачный вариант вот из этой ситуации, проще ничего не делать, потому что же результата все равно нет. Очень часто, как пример, вот в этом определении приводит следующий пример, да, это когда человек ищет работу, ходит по всяким организациям со своим резюме, в первую зашел, во вторую зашел, в третий отказ получил, в четвертой. И как результат, вот она, да, сформировалась выученная беспомощность. Больше я ничего делать не буду, меня все равно никуда не берут, говорит такой человек. Проще вот на диване лечь, да, и лежать. Вот такая примерно ситуация происходит и с современными подростками. Значит, немножечко про саму концепцию, чтобы подвести вас к тому, а что вот с такими детками делать. И про самого Селигмана. Сам Мартин Селигман, вообще ему удивительно повезло. Он на заре своей карьеры, это был 1964 год, он молодой выпускник университета, попадает в лабораторию одного очень известного ученого, возможно, вы с ним согласны, это Ричард Соломон, известный социальный психолог, у него очень много трудов по социальной психологии. Так вот, Селигман попадает в лабораторию Соломона, это Пенсильванский университет. В это время Соломон проводит ряд исследований. Значит, в то время очень популярно были классические эксперименты Ивана Павлова над собаками. Я думаю, вы все помните, да, эти эксперименты. Кто не помнит, вспомните. Это тоже очень интересная тема и тоже очень многое объясняет в поведении. Значит, что Соломон проверяет теорию, значит, Павлова об условных рефлексах. Но он немножечко эксперимент изменяет Павлова. Да, помните, в классическом эксперименте Павлова собаки содержались в вольере. Что делает Соломон? Селигман за этим всем наблюдает. Значит, сначала к идее эксперимента. Идея эксперимента состоялась в том, чтобы сформировать у собак условный рефлекс страха на звук высокого тона. Ну, в принципе, этим Павлов тоже и занимался. Значит, собак по классическому эксперименту подвергали либо сильному звуковому сигналу, либо световому сигналу, и параллельно ударяли электрическим током, чтобы сформировать как раз-таки вот этот условный рефлекс страха. Но в отличие от Павлова, Соломон для того, чтобы ускорить всю вот эту вот процедуру, да, и упростить немножечко эксперимент, он содержит собак не в огромном вольере, а в закрытом ящике. Предполагается, что когда условный рефлекс формируется в закрытом узком ящике, после этого собака, у нее сформирован уже условный рефлекс страха, будет выпрыгивать из ящика и убегать. Но что получают наши экспериментаторы на контрольном этапе, когда вскрывают вот этот вот ящик, подают, да, удар электрическим шоком, собаки реагируют совершенно по-другому. Они не выпрыгивают из ящика, никак не пытаются избежать вот этих ударов шоком или звукового сигнала, или светового. Они ложатся на ящик, на пол ящика, либо лежат без действия, либо скулят. То есть не пытаются выбраться из ящика, хотя ящик уже открыт. Такая реакция наших исследователей очень удивила, потому что предполагается, что собака, да, будет избегать, ей будет больно.
но избежать из ящика она даже не пыталась. Значит, и тогда получается, что классическая теория Павлова, она немножечко перестает быть рабочей. Да, наблюдая за всем этим, Селигман усложняет немножечко эксперимент Соломона. Ему становится интересно, а почему все-таки собаки не избегают, да, вот этих вот ударов электрическим шоком? Он немножко усложняет эксперимент. Сейчас в графическом таком варианте эксперимент у вас на слайде. Значит, вы наблюдаете, я вам объясню, чтобы было понятнее. Что он делает? Он выделяет, как в классическом эксперименте, да, три группы собак. Группа, здесь подписаны они, группа первая, группа вторая и группа первая. Значит, двух групп собак, это первая и вторая, били электрическим током, но собаки первой группы могли выбежать из ящика, открыв клетку нажатием носиком на кнопочку. Собаки второй группы были завязаны с собаками первой группы, то есть если собаке первой группе удавалось сбежать из ящика, то собака второй группы, значит, могла тоже это сделать. Если нет, значит, нет. И третья группа собак это песики, которые не получали удара током, да, то есть были свободны. Все собаки помещены в ящик, ящики закрыты, мы помним. Что получает в ходе своего эксперимента Селигман? Получается так, что собаки первой группы, те, от которых зависел результат, да, то есть которые могли нажать на кнопку и выбежать из ящика, чтобы избежать ударов электрическим током, они успешно это делали. Собаки третьей группы, контрольные, которые не подвергались ударами электрическим током, они тоже убегали. Собаки второй группы, от решения которой или от действия которой не зависело абсолютно ничего на протяжении какого-то этапа, да, то есть они, все, что они не делали, это было безуспешно. Вот эти вот собаки, они просто вот внизу, да, на слайде, на нижнем ряду картинок нарисованы. Первая группа убегает, третья группа убегает, собаки второй группы бездействуют, ничего не делают, хотя ящик уже вскрыт, и они могут, в принципе, убежать. Вот в связи с тем, что ничего не могут эти собаки сделать, как раз собаки этой группы и были названы, да, то есть вот откуда пошло вот это вот выученная беспомощность. Вот у них как раз-таки выученная беспомощность. Проверяли таких собак на содержание гормонов стресса. И собаки первой и второй группы выделяли достаточно огромное количество гормонов стресса, которое заканчивалось не на момент, когда их вытаскивали, да, из ящика, а еще выделяли еще достаточно длительное время. То есть еще длительное время собаки второй группы ничего не могли сделать. Это очень похоже как раз-таки на наших подростков. И я вам хочу продемонстрировать, что... Давайте так, не даже не продемонстрировать. Продемонстрировали весь этот эксперимент на собаках. Интересно, что этот эксперимент в дальнейшем повторялся еще много раз. Не только с собаками, но и со всеми остальными насекомыми, животными и так далее. Я вам хочу показать сейчас видео. Видео с YouTube, оно достаточно популярное, как формировали вот эту вот беспомощность у, что самое интересное, блох. Да, давайте посмотрим видео, потом еще продолжу про теорию. Для тренировки блох нужна стеклянная банка и крышка. Блох помещают внутрь банки и закрывают ее. Затем оставляют на 3 дня. Когда же банка открывается, ни одна блоха не может выпрыгнуть из нее. На самом деле, блохи никогда уже не смогут прыгнуть выше уровня, установленного им крышкой. Их поведение теперь неизменно до конца жизни. И даже при размножении, их потомство будет следовать их примеру. В
Выйдите из круга и живите, не ограничивая себя воображаемой крышкой. Надеюсь, видео вам доступно, да, то есть вы поняли, в чем дело. Кратенько расскажу. Блох закрывали в маленькой баночке на какой-то период, оставляли. Блохи не могли выпрыгнуть из банки, прыгали только на тот уровень, где вот крышка банки заканчивалась. Да? Через какое-то время не могли блохи прыгать выше, чем эта банка. И обратите внимание, очень интересная фраза в конце. Все следующие поколения вот этих блохов не могли прыгнуть выше вот этой вот крышки. Да? То есть это о том, что на генетическом, видимо, уровне все-таки передается вот эта вот выученная беспомощность. Да? И тут нам, взрослым, надо задуматься, что мы делаем не так вот в этом процессе. Почему так много детей, подростков, которые вот с этой выученной беспомощностью. Это правда так. Смотрите, произошло, ну, собака проверили, на практически всех животных проверили. Очень много было экспериментов, действительно много. Эту теорию много раз проверяли, и она является одной из самых достоверных в социальной психологии. Что насчет людей? Было много публикаций, спорных публикаций по поводу того, что эта теория не подходит для людей, для человека, для человечества и так далее. Я вам хочу тоже показать одно видео, оно тоже не секретное, оно есть на YouTube, как формируют вот эту выученную беспомощность у подростков буквально в доли секунды. Видео не очень может быть хорошее, оно доступно для скачивания, вы посмотрите, есть и на YouTube. Нам сейчас важно понять общую схему. Мы сейчас посмотрим, потом, если не было не очень понятно, я объясню, в чем дело. Итак, формирует выученную беспомощность у подростков буквально в доли секунды. Можно ли вызвать синдром приобретенной беспомощности? О самом большом страхе подростков рассказывается везде в этом учебнике. Самый большой страх подростков – Леси не вписаться в свою группу. Правильно, не подойти своим друзьям. Вы говорите о принятии. Как это выглядит, как это происходит, и что вы чувствуете при этом. Сейчас мы проделаем небольшое упражнение, ничего сложного. Просто чтобы вы поняли, какие чувства можно испытать при этом. Все достаньте листочки бумаги. Я раздам эти листочки, не переворачивайте их пока. И не пишите ничего на них, пишите на своих листочках. Передайте, не переворачивая. У всех есть? Делайте по порядку, и я буду говорить, когда начинать. Переверните листочки и приступайте. Это не должно быть сложно, это анаграммы. Сделайте только первое слово. Начинайте. Нужно переставить буквы, чтобы сделать новое слово. Написано первое «Бет летучая мышь», два «Лемон лимон», третье «Синерама», «Синерама панорамное кино». Пишет «Тап», петелька «Ярлык». Когда вы закончите, поднимите руки. Держите руки поднятыми. На бумаге написано «Will» – «Вихрь», два «Слэпстик» – «Дешевая грубая комедия», третья «Синерама», «Синерама» – «Панорамное кино». Не продолжайте, только первое слово. Это должно быть просто. Опустите, приходите к пункту 2. Опять же, когда закончите, поднимите руки. Опустите руки. Давайте продолжим и сделаем номер 3. В слове номер 3 точно так же переставьте буквы. И как закончите, поднимите руки. Теперь вот кое-что, что вам нужно знать. Вам раздали два разных набора слов. Этой половине комнаты раздали такие слова. Итак, bat, летучая мышь. Как можно переставить буквы? Тэп, вешалка, правильно. Второе слово, которое вам дали, было лемон, лимон. Брайан, какой ответ? Мелон, дыня, правильно. Это же просто. Хитрость была в том, что у всех вас третье слово было одинаково. Третье слово было Синерама, и ответ
American. Два первых слова в этой части комнаты были неразрешимы. В них невозможно было переставить буквы, чтобы составить новое слово. Я извиняюсь, я знаю. И вот зачем мы это сделали. У меня получилось вызвать у вас кое-что, что называется синдромом приобретенной беспомощности, выученной беспомощности. Очень легко, всего за 5 минут. Я хочу, чтобы вы подумали о том, что случилось с вами, когда вы видели, что вторая половина комнаты поднимала руки, потому что уже выполнила задание. Что происходило с вами в это время? Джерри, я чувствовал себя глупо. Чувствовал глупо? Да. Я чувствовал спешку. Чувствовал спешку? Я еще больше запуталась. Еще больше запуталась, потому что они уже закончили, а ты все еще не справился. Челси, фрустрацию? Разочарование? Что произошло к тому времени, когда вы добрались до третьего слова? Потому что нужно сказать, что эта часть не умнее, чем эта половина. Совершенно случайно раздавали ски таким образом. Так что же произошло, чтобы была так сильно видна разница, когда дошли до третьего слова, которое было одинаковым? Почему вам было сложнее сделать третье слово, которое было точно таким же, Брайан? Моя уверенность была разрушена. То, что вы испытали, называется выученная беспомощность, научного. Кто слушал об этом раньше, поднимите руки. Коллеги, да, остановлю на этом. Дальше она объясняет, что такое выученная беспомощность. Надеюсь, доступно было, да? Понятно, что произошло. Давайте прокомментирую немного. Значит, группам давались, вот точно так же, как вот и с собаками, да? Группам давались для решения анаграммы. Эти анаграммы дали с небольшой разницей, да? Первой группе дали анаграммы, которые решаемы, второй группе дали половину анаграмм, которые решить было невозможно. Вторая группа, когда поняла, что уже не успех, уже у них не получается, они сдались, и последнюю группу анаграмм просто не решали. Да? Хотя они были у всех вновь одинаковыми. Это вот в доли секунды сформировали у подростков как раз-таки выученную беспомощность. А мы, как взрослые, делаем это на протяжении нескольких лет достаточно успешно, а потом родители приходят, говорят, вот он ничего не хочет. Ну, конечно, ничего не хочет. Другой вопрос, коллеги, вы спрашивали про коррекцию. Накиньте в чат хотя бы парочку вариантов, а что с ними делать? Давайте попробуем вас включить, а что делать вот с такими детьми? Накидайте, я вам вариант ответа дам. Он официальный, скажем, литературный. Что бы вы сделали вот с таким ребенком, который ничего не хочет? Пока расскажу про мальчика, который у меня сейчас в консультации. Я очень часто встречаюсь с такими детьми, но вот он прям такой критический, скажем, случай. Да? То есть он не хочет вообще ничего. В школу он не ходит, на кружки он не хочет, в постели он не встает. То есть его мама привела на консультацию, сначала нейропсихологическую диагностику, вот буквально силой заставила. Первую консультацию мы с ним кое-как провели, опять-таки без мотивации, без интереса, хотя мы берем клиентов, да, как психологи, оперируя к тому, что человек пришел за решением проблемы, и ему будет интересно консультирование, у него есть мотивация. С ним очень сложно, потому что у него мотивации нет. Вторая консультация, он отказался. Вот вчера он отказался, сказал, что у меня нет мотивации, не хочу, не буду. Я ему выставила вот теорию по вот этому эксперименту, надеюсь на успех. Может быть, парень-то умный, ему 15 лет, может быть, он вернется в консультацию. Ирина пишет, хвалить за любые малейшие успехи и достижения. Хороший вариант. Поддержать морально, хвалить за простые выполнения решений. Отлично. Угу. Похвала, все получится. Индивидуально. Вот смотрите, насчет группы. Вот таких деток, наоборот, рекомендуют как раз-таки в группу вводить, в групповые занятия, да, для того, чтобы он почувствовал, что такое успех, и для того, чтобы получить обратную связь от других сверстников. Итак, давайте, вот остановились мы с вами, да, нахвалить все-таки, что нужно сделать. Значит, так, сейчас мы к этому вернемся по поводу способа решения. Смотрите, опять-таки к собакам. Что делали с теми собаками, которые участвовали в эксперименте, собаки второй группы, от которых ничего не зависело?
Единственный способ заставить их покинуть вот тот ящик, вот ту клетку, в которой они были, насильно, физически их оттуда вытащить. То есть показать им, что физически это возможно, и что выход из клетки возможен, и что успех возможен. Хвалить это один из способов, но это проречь, да, пока ты не почувствуешь на себе, ты этого не поймешь. И очень хороший результат сделать это физически. То есть прям буквально вытащить. Значит, очень популярно вот в последнее время, я не знаю, как в других регионах, но вот в Уфе это точно, ну сейчас уже как-то популярность, конечно, падает, но все-таки, всякие телесные практики. Это вот тоже про физическое, да, физически вытащить вот из этой клетки. И я пока не знаю, поскольку я не имею доступа к вот моему парню, который на консультациях, физически вытащить, мы с мамой пытаемся его физически вытащить вот из квартиры. Да? Что значит физически вытащить? Что я предлагаю? Да, насильно. Замотивировать, значит, я не знаю, финансами, еще чем-то. Но физически надо сначала вытащить его вот из этой ситуации, а потом уже будем хвалить. Что я предложила моему молодому человеку в консультации? Я ему предложила разработать режим дня. Прям вот говорю, ты сядь, хочешь, не хочешь, есть у тебя мотивация, нет у тебя мотивации, но у тебя должен быть режим дня. Он его сделал, этот режим дня, и у нас не была договоренность, что он 2 часа, не 2 часа, а 2 километра вечером проходит. Это как раз-таки очень хороший метод для как раз-таки физического выхода. Да? И он реально каждый вечер, как отписывается мне мама, без мотивации, прям с таким усилием встает, но он встает с постели, выходит и 2 километра проходит. Да? Ходьба – это вообще очень хороший способ повысить наши гормоны радости, гормоны счастья. Поэтому ходьба быстрая, не бег. Быстрая ходьба физическая, да, мы начали с ним вот с этого. Ну и хвалить хороший вариант, но с ним пока не работает. Да? Вот с такими запущенными случаями это надо вот прям физически работать с телом. И посмотрите, есть записка на слайде, любопытные исследования на мышах. Мыши, которые выращены в шумном гнезде, где была нехватка пищи, возвращались домой после того, как провели время в более благоприятной обстановке. Это на такой задаток на следующий слайд, да, про семейное отношение. Михаил пишет, переключить свою доминанту не получается. Там воспитывает одна мама, а у нее не получается. Да, но она с ним научилась договариваться, и он пока у нас выходит 2 часа, 2 километра гуляет. Нет, маму волновало всегда. Он ходил, вот этот парень просто спрашивает, заинтересовались люди, расскажу про этого мальчика тогда. Мама интересовалась этим всегда, с чего все вообще началось, раз уж мы пошли про этого мальчика разговаривать. Значит, они пришли на нейропсихологическую диагностику, и мама говорит, что он начал и когнитивно тоже уходить, да, то есть у него снижается мышление, память, внимание и так далее. Наши когнитивные процессы за счет того, что он постоянно лежит. Мальчику 15 лет, до этого он ходил на футбол, до, наверное, 13,5, по-моему, она сказала, он ходил на футбол достаточно успешно, играл в команде, у него были друзья и так далее, пока с ним не случилась травма. Он травмированный, по-моему, что-то там с ногой, я уж точно не помню. Но, в общем, в постели он лежал где-то полгода, не двигался. И вот он в постели так и остался. То есть травма уже ушла, он уже вылечился. Да, стрессовая ситуация однозначно, я, если что, смотрю в чат. Но вся изюминка в том, что он не смог выйти, да, вот из этой стрессовой ситуации, он вот в ней остался. Ему комфортно. Вот на диване ему комфортно, в кровати, в телефоне. Он говорит, мне интересно, я там играю. Ему больше как бы ничего не надо. Вот после этого времени он в школу не ходит, на футбол не ходит, потому что у него травма, ему интересен бассейн. Но опять-таки мотивации нету. Да? Жанна спрашивает про друзей. Логичный очень вопрос. Я тоже думала, мы сейчас через друзей его вытащим, да, помочь
просим помощи друзей, но друзья остались на футболе. То есть друзей нет, ни с кем он не общается, кроме мамы и сестры. С папой они не общаются, там развод у родителей. То есть и я маме говорю, может быть, к папе обратиться, да, чтобы там с папой его, может быть, свозил там на природу, в горы вместе с папой подняться. Это же тоже физический процесс, да? А она говорит, что нет, они с папой вообще не разговаривают. Папа сказал, что он бездельник, и общаться с ним не будет. То есть там справляется одна мама. Что самое интересное, вот про нарушение когнитивное, может быть, вам тоже интересно будет, есть в диагностике нейропсихологической проба, называется рисование куба. Ну и вообще много там проб на пространство. Да, и есть пальцевые пробы, пальчиковые пробы. Так вот, вы представляете, вот этот парень ни куб нарисовать не смог. Я сейчас не покажу, не приготовила. Но он нарисовал квадрат, еще сверху один квадрат. И соединить их никак не смог. То есть вот эту проекцию в 3D, он просто нарисовал два квадрата, так скажем. Да, то есть проекцию в 3D он мне не показал, на минуточку парню 15 лет. То есть он должен был уже знать, как рисовать куб. Да, с кубом он не справился, хотя я ему намекала. Мне в результате пришлось дать ему образец этого куба, чтобы он срисовал. Хотя образец мы даем 7-летним, 8-летним, да, но не 15-летним. А образец он срисовал кое-как. Да, но куб нарисовал, но вот он прям очень долго над ним работал. Пальчиковая гимнастика, пальчиковую пробу он тоже не справился. Пальчиковая проба – это когда я показываю разные движения. Если вы меня сейчас в камеру видите, да, вот такие, например, вот такие, он не собрал ни одну. То есть он, кроме того, еще и рук своих не чувствует. Я не знаю, как было до, но вот сейчас с парнем происходит вот это. Память, к сожалению, тоже не очень хороша. Это проба 7 слов, если кто-то знает, да. То есть там еще и когнитивно начались изменения. Футбол – смысл жизни. Но вот я тоже у мамы спросила, был ли интересен футбол, ходил ли он туда прям с таким интересом, что это будет профессионально, да? Мама сказала, что профессионально нет, он не собирался, но как бы ну, просто ходил. Вот футбол как бы был очень ему интересен. Да, пока парень был в строю, с ним общались, я вот тоже у мамы спрашиваю, а может быть, друзья, вот те, которые были на футболе, мы их, значит, попробуем парня с помощью них. Она говорит, что нет, они уже далеко в футболе, с ним давно не общаются, как бы они на контакт не пойдут. Михаил спрашивает, папа есть? Вот про папу рассказываю. Папа есть, папа на контакт с ним не идет. Папа сказал, он бездельник, я с ним общаться не буду. То есть папа, да, из глаз долой и сердце вон. Все, сына нет, ребенка нет, с ним общаться не буду. Значит, мы пока остановились на том, что вот он ходит, да, 2 километра в день, он себе сделал режим дня, массаж, пока физически с телом работаем. Что-то еще там было. Массаж, вспомню, скажу, что-то еще было, пока с телом. Наркоз насчет правильно-неправильно не могу сказать, но есть данные исследования, когда вот человек, да, просто лежит, ничего не хочет делать, вот как раз-таки вот у него беспомощность вот эта вот сформированная, как правило, у него еще и снижается память, внимание, мышление, это доказанный факт. И тут непонятно, наркоз или что, но результат мы получили вот такой. Вот, коллеги... Так, вижу, прям откликнулась, да, история. Но давайте перейдем к другому, к семейному, да, фактору. Не буду, опять-таки, зайдем с другой стороны. Вы все прекрасно знаете, что есть там семьи демократические, есть семьи там авторитарные и так далее. Это все понятно. И последствия, связанные с поведением вот таких семей, это тоже понятно. И в каждом учебнике по психологии, по педагогике расписано. Мы пойдем с другой стороны. Я хочу обратить ваше внимание на родители, так называемые родительские приказания или родительские предписания. Авторами этой теории супруги Мэри и Роберт Гулдинги. И если кому-то интересно, у них есть труд, называется «Психотерапия нового решения. Теория и практика». Вот там как раз-таки и описаны, да, вот эти вот родительские приказания и предписания. Это то, что мы, по сути, говорим нашим детям чуть ли не каждый день. Да, такая мотивация на всю последующую жизнь. И она может быть разной. Мы с вами только что говорили, что хвалить
Это родительское приказание положительное, хорошее. Это тоже родительское предписание или приказание, да? И оно говорит: живи, радуйся, получай успех, у тебя все получится, ты будешь успешным. И отлично, когда мы детям говорим так. Да, и вообще еще лучше, когда мы сами в деятельности прям какой-то, потому что мы все детям передаем из деятельности, в деятельности какой-то участвуем совместно и хвалим. Да? Главное тут не перехвалить. Тогда уже это гиперопека. Да? Все должно быть в меру. Но есть приказания, которые не очень хорошо, отрицательно влияют на всю последующую жизнь наших детей. Мы сейчас не будем каждую разбирать подробно, давайте просто некоторые из них рассмотрим, и вам станет понятно, о чем я говорю. Наталья книгу просит повторить название. Значит, авторы Мэри и Роберт Гулдинг, Гулдинги супруги, «Психотерапия нового решения, теория и практика». «Психотерапия нового решения, теория и практика». Значит, что мы формируем, да, у наших деток, когда вот эти вот приказания или предписания мы им даем. Но давайте обсудим, вы активно в чате стали, это очень хорошо. «Не будь». Вот как вы понимаете «не будь»? Какими фразами мы ребенку можем, да, загубить мотивацию, когда ему говорят, что мы ему говорим? Это что за приказание или предписание? Или давайте так, давайте я начну, а следующий вы мне поможете. Значит, «не будь» — такая программа, да, «сгинь или умри», «не живи», в общем-то говоря, «ты мне постоянно мешаешь», там, например, да, «уйди отсюда», здесь разговаривают взрослые, «лучше бы ты вообще не родился», «до тебя у меня было все отлично, а ты вот родился, все мне испортил», или там «ты похож на отца». Вот это вот «не будь», да, то есть наш посыл ребенку: сгинь, умри. Не делай. Давайте попробуйте сами. Мне важно, чтобы вы схему поняли. Не делай. Что мы говорим такого детям, что мы потом их формируем, да, вот эту вот мотивацию: не делай. От тебя одни проблемы. Ну, это вот «не будь», да? От тебя одни проблемы, это «не будь». Не делай. Руки кривые. Отлично. Угу. Да, Михаил, возвращается все к парню. Да, психотерапевт, я их к психиатру послала и направила, и к этому неврологу. Да? Естественно, он туда не пошел. Но пока. «Не трогай, я сама сделаю». Отлично, Вик, это вот «не делай». «Ты не сможешь». Угу. «Посмотри, какой хороший мальчик, а ты у меня» — это немножко другое. Угу. «У тебя и все из рук валится». Отлично, да? То есть тут посыл конкретно: ничего не делай. А потом мы удивляемся, откуда у ребенка вот эта сформированная неуспешность. Угу. Ну, давайте, знаете, какой попробуем. «Не думай». «У тебя не получится». Да, это к «не делай». Вот «не думай» есть. Что будем делать с «не думай»? Это как? «Тебя не получится, ты еще маленький, ничего не понимаешь». Отлично. «Не твоего ума дело». Отличная прям фраза. Это да, это «не думай». «Не тебе решать». Угу. Отлично. Ой, спасибо вам огромное. Прям здорово, когда мы общаемся. Давайте, знаете, какой обсудим? «Не будь самим собой». Это как? «Есть у тебя папа, папа решает». Отлично. Это тоже к «не думай», да? «Не будь самим собой». Возникает вопрос: а кем тогда быть? «Подрастешь тогда». Отлично. Угу. Когда сравнивают все время с кем-то. Да, это тоже «не будь самим собой», да, когда сравнивают с кем-то. Вот соседний мальчик, он, например, и на бокс ходит, и на карате ходит, а еще на шахматы, а ты вот у меня... Не совсем, да? А еще, смотрите, «не будь самим собой, будь мной». «Я когда-то хотел быть чемпионом по шахматам, но не стал. И ты у меня будешь заниматься шахматами». Вот это тоже «не будь самим собой», да? Или, например, у нас вся семья врачей, и прадед твой был врачом, и дед твой был врачом, и я врач,
несмотря на то, что ты хорошо рисуешь, ты тоже будешь врачом. Да, это тоже не будь самим собой. То есть выбор не дается, дается только вот конкретный результат. Отлично. А, значит, обратите внимание на вот эти родительские предписания. Они на самом деле очень важны. Очень часто в учебниках пишут просто про типы семьи, да, но на самом деле, что внутри в семье, не говорят. И я думаю, что тут педагогов очень много, воспитателей. Вы увидите, у ребенка так или иначе в фразах вылетает вот как раз-таки вот это вот приказание. Да? То есть мы его можем прям буквально наблюдать. Особенно если практикующие психологи есть в консультировании, я уверена, что вы это наблюдаете. Да, Жанна говорит, иди сделай именно так, как я сказала. Да, это не будет самим собой. Значит, есть тест на родительские предписания. Он на слайде, ссылка на сам тест. Презентация у вас есть, кому надо, для скачивания. Да? Ну и просто можно в поисковике задать. Кому интересно, можете сами пройти и получить интересный результат. Значит, к чему ведут вот эти родительские предписания? Они ведут к определенному жизненному сценарию. И прежде чем мы к сценарию перейдем, давайте вам еще раз, уж пошло у нас сегодня так практика ориентирована, расскажу про девочку, которая сейчас у меня тоже в консультации. Значит, девочка, я прям свеженький вам рассказываю, да, была в субботу вот только на консультации, обратилась ее сестра. Сестра говорит, ну вот моей маленькой сестренке, ей 11 лет, сестре 22, нужен психолог. Я, естественно, спрашиваю, с каким запросом ко мне придет ребенок, потому что мне надо понимать, это моя тема или не моя тема, да? Смогу я ребенку помочь или не смогу. Здесь не деньги даже важны, а вот с какой проблемой придет, да? Мне важно помогать. Вот сестра пишет, что семья не в курсе, мама тоже не в курсе, но я заметила у нее на руке, на запястье порез. Вроде как она вот и не один, она говорит, не два, я даже не успела посчитать, я просто вот видела, что у нее там на руке есть порез. Я с ней поговорила, она говорит, что да, вот я себе там резала. На что сестра ей предложила, может быть, расскажешь, что, ну, как бы, что тебя беспокоит, что происходит. Она сказала, я никому не скажу, вот если психологу, я же говорю, просятся, да, подростки. Да, кстати, да, давайте вариант. Михаил пишет, привлечение внимания. Она говорит, вот никому не скажу из семьи, как бы вы меня все равно не слышите, я вот психологу, если вы мне найдете психолога, я схожу. И, значит, сестра говорит, вот мы не можем добиться, что происходит, почему так. Я у нее спрашиваю ваше предположение, почему так она, мы, говорит, даже предположить не можем, потому что наш подросток, 11-летняя девочка, она отличница, она ходит на кружок актерского мастерства, по-моему, на танцы ходит везде, во всех творческих, школьных каких-то, да, мероприятиях, где надо, каких-то спектаклях, везде, в общем, участвует. В общем, отличница, отличница. Я говорю, интересная ситуация, отличница, но вот, но руки, значит, режем. Она говорит, да. Значит, приходит девочка на консультацию. Наташа Любовь пишет, ну, как вариант. Значит, принесла с собой книжку про... Я не запомнила, не записала где-то, но не запомнила, что за книжка. Но, в общем, там какой-то японский автор пишет свою автобиографию. Я говорю, в чем там суть книжки? Интересно, она рассказывает вот там про автобиографию, значит, о том, что у него жизнь не удалась и так далее. И в конце, значит, он покончил жизнь самоубийством, потому что жизнь не удалась вот у этого автора. Это любимая книга нашего ребенка. 11-летнего. Я говорю, хорошо, Маш, а с чем Маш ее зовут? С чем ты? Почему психолог? Мне сестра сказала то-то-то. Она говорит, что вот, значит, я вот в школе там занимаюсь, вот туда хожу, сюда хожу, все хорошо. Но вообще не буду вам долго рассказывать, но в итоге мы с ней выходим на то, что она должна быть лучше всех. Она говорит, вот бывают ситуации, когда, например, какой-то проект в школе у нас там на задании, да, проект какой-то, а у нее вроде проект с ее позиции очень хорошо получился, и она должна в этой проектной деятельности победить, но она там занимает второе или третье место, например, да, и она говорит, я вот не могу вот это вот преодолеть, я должна быть лучше всех.
я должна хорошо выглядеть, у меня самые лучшие оценки должны быть, у меня во всех проектных деятельностях должно быть лучше всех. В конце концов, я бегать должна быть лучше всех. Вот давайте вернемся к родительским предписаниям, приказаниям. Я почему к ним вернулась? Потому что все из семьи. Да? Это не может быть откуда-то еще, это только из семьи. Скажите, вот давайте накидаем, откуда вот это вот, что за приказание? Да, сравнивались. Имя, к сожалению, не могу прочитать. Пишут, человек, да, сравнивались в семье. Очень хороший вариант. Реально, да, сравнивались. Объясняю, почему. Я у Маши спрашиваю, сколько у тебя братьев, сестер, есть ли у тебя братья и сестры, а кто, с кем ты живешь, кто в семье. Значит, папа директор достаточно крупного предприятия. Мама когда-то работала бухгалтером, но сейчас временно не работает. Сестра учится в университете, тоже отличница. Брат спортсмен, отличник. И она третий ребенок, который вообще-то, да, должен еще поравняться вот со всеми остальными. Папа директор, брат, сестра старшие. Брату 25, по-моему, сестре 22. То есть ей надо вот поравняться. Третий ребенок в семье, кому интересно, у Адлера есть как это описание, да, психологического портрета вот первого, второго, третьего ребенка. Да, то есть она вот классический третий ребенок, но у нее это прям вот гипертрофировано, вот прям очень сильно. Да, то есть вот она боится не оправдать ожидания, да, семьи, потому что ее постоянно сравнивают. Я говорю, скажи, пожалуйста, а вот ты в семье рассказываешь, например, пришла с какой-то проблемой, да? Она говорит, вот недавно я только с подругой поругалась, пришла домой, рассказывала, а мне сказали, причем все в семье сказали, ты сама виновата. Да, потому что ты сделал неправильно, а подруга вот была права. На что, конечно, она теперь семье не рассказывает. Ну, это один вопрос, да, то есть в семье вот она должна быть лучше всех, должна оправдать вот эти вот надежды, которые на нее положили, да, тем более там еще есть брат и сестра старшие. Но меня же больше интересует, откуда порезы. Вот предположите, пожалуйста, коллеги уважаемые, откуда порезы, что ребенок делает, почему, при чем тут вот, вот эти порезы. И так наперед, пока вы версии «не будь самим собой». Да, Алима вот пишет, это какое предписание «не будь самим собой». Угу. Отлично. Значит, она, Наташа наказывает, она пыталась, как она мне говорит, не знают родственники, два раза повеситься, у нее не получилось, развязался узел. И первый, и второй раз, то есть суицидальные склонности, да? Что происходит, коллеги? Порезы, снятие внутреннего напряжения, сейчас объясню, да, может быть, подходит. Привлечь внимание не совсем, она прячет наоборот, и про суицид никто не знает. Месть, боль снимает. Чтобы обратили внимание, недовольство собой вызывает сочувствие, крик о помощи. Ну вот Ирина, да, права. Значит, сообщество интернета, наказание себя. Коллеги, очень многие правы, да, смотрите, что она делает. Я говорю, ну вот ты зачем это делаешь? Она говорит, что я когда в чем-то неуспешно, ну, например, да, опять возвращаемся к проекту, вот к этому. Она первое место не получила, получила второе. Второе место. И она говорит, что ну вот я же не получила первое место, как бы я же себя наказать должна. Да? Аутоагрессия. Вот кто-то пишет, Наташа, я себя наказать должна. Я надеюсь, вы меня сейчас слышите. И вот как я себя могу наказать? Только физически я себя могу наказать. И себе, причиняя себе боль, совершенно верно, она себя наказывает. Да, и каждый порез – это как напоминание себе о том, что я вот когда-то была неуспешна, и что в следующий раз такого не было, и я делала все прям супер, да, лучше всех. Я у нее спрашиваю, скажи, пожалуйста, мне же надо на семью как-то вывести, да, как-то вот прекратить. Но пока была только одна консультация, вот в следующую субботу она придет, вот всю вот эту вот ее деятельность. Я ей говорю, вот ты знаешь, есть боль физическая, а еще есть какая? Она говорит, ну, моральная есть, да, психологическая боль. Я говорю, есть. Скажи, пожалуйста, больнее, когда боль физическая или моральная?
Она говорит, моральная, говорит, наверное. Я говорю, ну смотри, вот ты себя режешь, ты себе какую боль причиняешь? Она говорит, физическую. Я говорю, а если мама с папой узнают, что ты вот себя режешь, вот именно, что ты себя вообще в принципе режешь, да, и что ты два раза пыталась повеситься, что тогда будет с твоими близкими? Она говорит, ну тогда я им причиню, наверное, моральную боль. Я говорю, ну ты, говорю, наверное, права. Она говорит, а я даже об этом не думала. То есть она даже не думала, какие она может последствия, да, какие могут быть последствия от того, что она вот так вот со своим телом обходится, да, то есть она наказывает себя. Вот так вот, но как бы не родственников. Вот, это про родительские приказания: не будь самой собой или не будь ребенком. Да, тоже будь взрослой, будь отличницей, будь на уровне. Наша семья всегда на уровне, и ты будь на уровне. Вот такие требования непосильные для ребенка предъявляются в семье. Не чувствуй, может быть, да, и не чувствуй. Да, Наташа права, может быть, не чувствуй. Но в любом случае посмотрите, к чему ведут родительские предписания. Это жизненный сценарий. То есть мы, по сути, своими высказываниями, я надеюсь, что все взрослые, провоцируем какой-то сценарий вот у таких детей. Да? Не всегда, но в большинстве случаев. Значит, это из теории, может быть, кто-то знакомый, следующий, да, как бы теория из одной следует в другую. Эриха Бёрна, кому интересно, почитайте его труды, там тоже есть родительские предписания, есть описание жизненных сценариев. Вот давайте обсудим тоже сценарий «пока не». Коллеги, как понимаете, что за «пока не»? Ольга спрашивает, как понять, посильно требовали или непосильно по ребенку. Разговаривать надо с детьми. Да, как ты сегодня день провел, а как у тебя дела, а чем ты сегодня занимался. Выскочит. В любом случае, когда вы общаетесь, нам самое главное – это общение, да, контакт с ребенком. Если вы просто пришли и спросили у ребенка, ты ел сегодня или не ел, ну, конечно, вы ничего не узнаете. Да? Общаться надо, спрашивать, как дела, как, что делала, что получилось, что не получилось, а что ты чувствовал по тому поводу, что у тебя получилось или не получилось. Наверное, это даже самый важный вопрос. Что ты чувствовал после, до, время, да, того, что случилось? Не съешь суп, не получишь конфетку – это прямой путь к психосоматике. Да? Я надеюсь, вы это понимаете. Не пойдешь гулять да, – да, это как наказание, не съешь суп – это психосоматика, ребят, потом. Прям психосоматики, они всегда так приходят. Так, пока не, да, вот Ирина пишет, пока не сделаешь, как я сказал, пока не съешь суп, вот не сделаешь, да, не будет тебе радости, пока ты что-то не выполнишь. Но с позиции вот этих людей пока не настанет никогда. Потому что вот это пока не, пока ты вот это не выполнишь, потом еще что-то новое появится, потом еще что-то. То есть это люди, которые счастье, по сути, не испытывают, пока чего-то не сделают. И пока не заканчивается. Да? А сценарий после. А чем отличается после, а пока не? Последствиями, да? После, например, после вечеринки, на следующее утро мне там, например, будет плохо. Или когда мы детям говорим, будете сильно смеяться, будете плакать. Да? То есть какие последствия меня ожидают после того, как я что-то сделал. Так, Наташа спрашивает, если обращается родственник несовершеннолетнего, родители нужно посвящать проблемы ребенка. Не поняла Наташа вопроса, если обращается родственник. Посвящать, смотрите, я не рассказываю все прям, я поняла, конкретно, ребята, отвечая на вопрос Наташи в чате, да, она спрашивает, нужно ли родственникам что-то говорить. Я родственникам проговорила, я им проговорила, что попробуйте не обвинять, а ее поддержать, да, потому что я вот говорю, вот в вашей семье, мне с позиции ребенка вот так, вот так, вот так видится. На что сестра мне говорит, да, так, наверное, и есть. Я вот сейчас сижу, анализирую, мне сестра проговаривает в голосовых сообщениях, так, наверное, и есть. Я говорю, попробуйте поддерживать наоборот. Не обвинять, не разбирать ситуацию. Да, вот какой-то приходит ребенок и говорит, мы поругались с подружкой. Не разбирайте вот эту ситуацию. Зачем? Кто прав, кто виноват, какая разница?
попробуйте почувствовать ребенка и поддержать, да, спросить, аж какие у тебя чувства были в связи с вот с этой ситуацией, что ты сейчас чувствуешь, что тогда чувствуешь, а что ты, что будем делать, давай попробуем найти варианты выхода, а хочешь ли ты с ней дружить или уже не хочешь дружить. Как бы смысл, да, разбирать там, кто прав, кто виноват, если только ребенок этого не хочет, конечно. Поэтому тут вот, вот так вот. Всем же к этому случаю кто-то сказал, что, что он иглу. Маша, да, наша девочка обратилась к сестре. То есть она обратилась не к маме, не к папе, а сестра увидела порезы, и она к сестре говорит, найди мне психолога. Поэтому сестра обратилась ко мне, да, то есть взяла на себя роль главного. Сестре 22, она взрослая. Коллеги, вернемся и закончим. Никогда. Что значит никогда? Что это за люди вот с таким сценарием? Сестра не посвятила родителей, потому что боится последствий. То есть, да, девочка говорит родителям, они же договорились, что родителям сестра ничего не скажет. Сестра в текушку, конечно, маме сказала, папе не говорили, да. Но тоже на риск мы идем, когда говорим родителям. То родители меняют поведение тут однозначно, да. То есть мы тут с сестрой немножко сговорились. Вот, да, Ирина пишет, возвращая нас к сценарию, никогда, никогда не делай, никогда не пытайся, у тебя ничего не получится. Да, совершенно верно. Или это люди, которые говорят, я никогда не был счастлив. Да, прям нам уже наперед говорят, что никогда не был счастлив. А сценарий всегда. Это люди, которые говорят, это всегда случается со мной что-то там нехорошее. Вот всегда, только всегда со мной, да, больше ни с кем, всегда я. На работе отчет писать, всегда я. Это вот эти люди. Сценарий почти – это люди, которые не доделывают чего-то, да. Почти доделал, ну вот чуть-чуть, да, машину помыл почти, колеса забыл. Отчет написал, там последний пункт забыл, то есть почти не доделал. И люди с открытым концом – это люди, которые не знают, что они дальше будут делать, да, которые не знают каждый следующий момент, чем они будут заниматься. Это как я у супруга спрашиваю, что мы там на выходные будем делать или завтра. Он говорит, не знаю, завтра посмотрим. Вот он у меня сценарием с открытым концом. Да, это вот эти вот люди. Вот, коллеги, вижу, прям зацепило, да, сегодняшними историями. Это очень хорошо, очень отлично. Очень думающая аудитория, прям очень рада. Мы с вами не закончили, может быть, встретимся даже на следующем вебинаре, продолжим, еще у нас остались мозговые функции. Да? Если есть вопросы, давайте отвечу. Никогда я не получу высшее образование, да, это дети, вот, ой, взрослые, которые вот уже никогда не получу, да, то есть в свое время не получил, например, мне родители не дали, уже никогда не получу. Мало времени на вебинар, вам мало, а мне, я же много говорю, как раз час – это самое то. Мужчина живет в реальности. Ну, возможно, может, я и не в реальности, согласна. Так, коллеги, спасибо за отзывы, спасибо за обратную связь. Надеюсь, ожидание оправдало, хотя прям, да, это про поведение, но мой нестандартный подход, как мы можем видеть нарушенное поведение, да? В суицидальных мыслях, вот в таком безразличии ко всему. Это не, вот, не банальная тема про агрессивность, напряженность и так далее. Коллеги, я с вами прощаюсь. Вам спасибо за обратную связь. Может быть, увидимся еще на вебинарах.